Невесело началась после праздничной недели. Серьезная дорожная авария, в результате которой погиб человек, произошла сегодня на Солочинском шоссе. ДТП случилось в начале 12-го, примерно в 150 метрах от моста через Аку в сторону поселка Шумаш. Автомобиль Toyota Land Cruiser двигался по направлению со стороны города Рязани в направлении поселка Солочи. Автомобиль ВАЗ-2107 двигался по направлению со стороны поселка Солочи в направлении города Рязани. Значит, по предварительной версии, водитель автомобиля Toyota Land Cruiser не справился с управлением, в результате чего вынесло на пол встречное движение, где он совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-2107. В результате аварии погиб пассажир отечественного авто. Еще двое пассажиров и водитель получили травмы. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Водитель внедорожника получил небольшие травмы.